творения рук божьих и человеческих. Экспозиция горных пород и минералов под таким названием представлены в областном центре. Организаторами выставки стали Биробиджанская епархия и отделение Русского географического общества еврейской автономии. Каждый из вас, наверное, уже вот осматривая эту экспозицию, отметил для себя некоторые уникальные предметы, которые здесь представлены. Я лично для себя уже сделал много открытий, пока мы контактировали с организаторами, с энтузиастами, которые данную экспозицию собирали. Те, кто изучают природные богатства в силу своей деятельности и по велению души, присутствовали на открытии. Среди них профессиональные ученые, студенты-географы ПГУ имени Шалома Алейхема и просто любители. Некоторые из них сами помогали создавать экспозицию. И вот когда вот такие энтузиасты есть, это здорово. При этом организаторы неоднократно отмечали вклад в создание экспозиции врача Александра Жиденко. Кроме того, на выставке присутствовали представители региональной власти. Начало положено только в добрый путь, но мы все вам в помощь. Председатель рекоделения Русского географического общества Тамара Рубцова отметила, выставку планируется расширить. Представители организации призвали присутствующих помочь со сбором горных пород и минералов. Алена Шот, Богдан Патрин, Новости 21.